Привет, мои хорошие! Сегодня готовим вкусные и красивые блинчики со шпинатом. Шпинатные листья предварительно нужно помыть, потом добавляем к ним воду и измельчаем блендером. Во второй миске перемешиваем яйца, сахар, соль, молоко и взбиваем венчиком. Постепенно добавляем муку. Перемешиваем так, чтобы не было комочков. К полученному тесту добавляем шпинатную смесь и растительное масло. Также перемешиваем венчиком и оставляем в комнате на 30 минут. После этого жарим блины с двух сторон до готовности. Блины уже получаются красивые и яркие. Каждый пожаренный блин смазываем сливочным маслом. После того, как все блинчики пожарились, смазывайте их сыром альметте, кладем семгу и сворачиваем роллом. По желанию можно разрезать роллы по диагонали. Блины готовы. Приятного аппетита!